Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Данали, и это не очередное, я бы сказала, что это первое видео такого рода, потому что вы начинаете смотреть видео о покупке вот этого данного фриза, который уже 9 уровня, да, за один день хорошенечко его прокачала. Но суть в том, что на этом канале вы можете наблюдать два видео, продолжение, просто потому что целиком загрузить видео длительностью 40 минут мне очень сложно и очень тяжело, и моя техника не справится с сохранением всего этого, поэтому сейчас вы будете смотреть первую из двух частей о том, как я покупал этого фриза, как мы тусили с Лёшей из Каролины, как мы покупали рандомных конях, и просто как мы носились и бесились втроем, и потому что это было очень весело, ребят. Это было классное времяпрепровождение, мы засиделись на несколько часов. Так что устраивайтесь поудобнее, берите чаечки, печенюшки и смотрите, как происходила наша совместная прогулка-покупка лошадей. Ну что, поехали покупать фризов? Я чуть сначала не поняла, ты как это. Но ты это уже себе купила фризов. Поехали, поехали. Подожди, вначале мы с Лёшей покупаем себе фризов. Да. Все лагает, правда. Вот, а потом. Блин, на 16 целый день идет. Я все смотрю, а тут откуда-то новые серии берутся и берутся. Так. Ой, а я не знаю, какого фриза я хочу, помогите! Ну поехали посмотрим! Да мы уже с Лёшкой там. А, ну я уже... Ой, я сейчас тоже подождите меня. Подождите. А что, ты не знаешь? Ты же хотела ворона вон. Их тут два, один с носочками, другой без. Так ты же сначала с носочками их хотела. Я вот тоже подошла. Здравствуйте. Ой, поклон вам низкий, Каролина. А я вас вообще не вижу. Я вижу только коней ваш. Сейчас, подожди, я сяду. Ну, Лёшка зашел в покупку коня. Видишь меня? Да. Все. Что? Какого? Воронова ты будешь покупать? А. Лёшка будет брать Воронова, вот этого. Ну, этот прям намного темнее, чем ворон тут. Ой, ну я, наверное, его возьму. О боже, неужели это фриз, который переносит холод? А, я в шоке. Я до сих пор вообще в шоке. Вот только неужели появились лошади, нормальные тяжеловозы, которые переносят холод даже? А, да, они появились, они есть. Блин, я вот думаю, может, шоколадного взять и все, да, добавка. А вообще, может, их всех купить? Нельзя, нельзя так себя вести, ничем. Так, ну, блин, а я не знаю. Мне, кстати, очень сильно понравился еще фриз, который в приложеньке, наверное, будет. Подожди, Даша, его еще не первым выпустят. Нам бы до него еще дорасти. Блин, Кать, честно, вот меня сейчас так ломает, потому что мне сейчас так хочется реального, настоящего фриза. Ой, они такие, я не люблю тяжеловозов вообще. Они, это не по моей категории. Почему это, при чем тут тяжеловозы? Я говорю, я хочу реального фриза. Я имею в виду, что Воронова. Я не говорю про реального. Ну, Воронова, я имею в виду, чисто Воронова. Они же чисто Вороновы. Купи. Ну да. Блин, я не знаю, что делать. Помогите мне, пожалуйста. Что делать, Лёша? Давай эники-быньки, давай я это, орел и решку подкину. Да? Да. Где мой кошелек? Где твой кошелек? Вот он. Не, Кать, все, я решила, все, я беру. Купить. Пятерка. Это ворон, а орел это которого ты сейчас смотришь. Давай, ладно. подкидывай. Которого ты сейчас смотришь. Серьезно? Все, окончательный вердикт. Окончательный. Так, от судьбы не уйдешь.
А как его назвать? Я боюсь, повторюсь именем. Я не боюсь этого. Я этим занимаюсь, им уже начала заниматься постоянно. Как его назвать-то? Блин, на английском надо было бы называть, но я не хочу заходить на английский. Да, я, кстати, тоже мне дофига чего хотелось назвать всех английским, а что-то мне так впадло было переходить на английский, потом все переводить это, читать, я подумала, а? А у тебя такого нету разве? Точно? А, ты сфоткал. Ой-ой-ой-ой. Красивый мужчина. Слушайте, ну я наверняка красивый. Повторю случайно имя одного из своих коней, но я назову великолепный лорд. О, красиво, красиво. Да, все, я купила. Блядь, я оглохла. Катя оглохла от моего писка. Пепельная мимоза. Ой-ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой. Дача тебе с твоей новой лошадью. А-а-а, Катя! Катя, помоги! Так, и что, мы едем пересаживаться, наверное? А, мы едем пересаживаться, да-да-да. А мы все потом едем покупать рандом. Что? Даже пригласить... А, не надо меня приглашать, я же все равно у себя, как бы, сейчас приеду. Ну да. Или давайте где-нибудь место встречи выберем. Или реально раньше старшайн, давайте правда на раньше старшайн. А, так, Лёш, после того, как ты оденешь своего коня, мы встречаемся на раньше старшайн. То бишь, где живу я. Будет называться, я еще не закончила прокачивать коней, а уже купила новых. Даш, я это еще не начинала. Ну ты это ты, с тобой все всегда понятно. Навсегда. Так, на меня лагает, правда, жесть как. Их. Так. Значит, рандомайзер чисел. Рандомайзер чисел. Рандстаф. Ой, а где я? А, я опять забыла. Я же не думала, что я сейчас коня буду покупать. Точно, у меня места-то нету для коня. Он на пастбище. Ой-ой-ой-ой. Это что было, Каролина? Шоколадку, а мне нельзя шоколадку. Так. Мяу. О, боже ж ты ему. Ой. Ай. Ай-яй-яй-яй-яй. Какой шикарный, боже мой. Вот сейчас я чувствую себя реально какой-то вип-персоной, простите меня. О, боже. Да, мы же вип-персоны. О, боже мой. А у меня комплекты все. А на ком у меня? А, зимнее седло. А на этом какое? Седло в стиле барокко. Ой. А мне все в шкафу. Так, я хочу переодеться. Вы извините меня, но я хочу переодеться. Я, наверное, вот так. Why? Why? Лёш там вовсю просто наслаждается своим конем. Ну чё, я жду. Зачем, ну погоди, ты переодеться? Такой конь, а ты меня торопишь. Да. Так, а снаряжение? У меня всё глючит. Сильно. Так. Подожди, мне мама звонит, сейчас перезвонит. Ага. Так, ну короче, я оделась. Но, кстати, Лёш, мы с тобой забыли сделать самое главное. Мы забыли с тобой купить уздечки. Да. Уздечки средневековые, для них специальные. С рогами. А. Запись не идет?
идет. Ну я, если что, я это. Так, а где встречаемся на Ranch Starshine? Стой, куда ты убегаешь? Я с тобой, за тобой бегу. Кать, смотри. А где ты? Я тебя не вижу. Я тебя не вижу вообще. А как мне сделать так, чтобы ты меня увидела? Вот я тебя приглашаю, пригласить друга. А что, мы не в друзьях? А, я уже в друзьях. В друзьях. Пригласить в группу. Пригласила. Че, не видишь? Пока не видишь. Я вообще ничего не вижу. Что-то с игрой творится. Да. Я даже в игнор не могу тебя кинуть. Давай я тебя выгну. Там игнор забит. И список игнорирования переполнен. Кого бы удалить оттуда? Зайди в магазин и выйди, может так сработает. Ну вот сейчас. Ой, какую уздечку бы ему купить? Я прям не знаю. О, все, вопрос решен, все решает фиолетовый камушек. А, ну да, это что? А, ну это нормально, да. Или с рогами купить. Ну, я купила с рогами. У меня есть с рогами. У меня есть с рогами, есть с зелеными камушками и новые, которые новые только не я выпили. Куплю одну уздечку с рогами. Я куплю одну уздечку обычную. Купить. Я сказала купить. Спасибо. А эту... Нет, эту я покупать не буду. Эту... Пока что я ее покупать не буду. Ой, я тебя вижу. Ой, стой. А, это... Нет, это Лёша. Вот, я тебя вижу. А я не вижу король... Я вообще не вижу Лёша всех, кто... А Лёша меня видит. Лёша тебя видит, да. Короче, поехали там, где стоило, короче, стоять. А хотите туда? Прикол? Вот Лёша сейчас на фризе катается, а я его вижу на его лошади на Андалузе. Это как? Сейчас, подождите. Может, так получится? Я не плачу, все, я наконец-то ваш... Какую на вас запись? Вижу. Чё запись? А, ну, тут у нас в МСК там в университете. Так, чё, короче, у рандома сейчас начнется. Ой, да. дайте фоточку, давайте фоточку, я хочу фоточку, давайте. Встаньте. А, Кать, у тебя светлый серый, давай ты посередине будешь? Давай. Я просто стою так на месте. Стоим на месте. Леш, ты что-то как далеко от нас ушел. Давай ближе. Леш, иди. Ближе. Ближе. О! Идеально. Все, стоять. Шаг вперед. Как-то сейчас. Просто идеально. Знаешь, она даже на фрийскую кобылу не похожа, она как будто другой породы. Да. Так, значит, ну что, господа, начинаем рандом? Да. Начинаем рандом. Пошумим. Сейчас, надо тебя, Кать, из наушников. Во, все, теперь тебя слышно, Кать. Итак, господа, у нас сегодня покупка рандомных коней. Я не думала, что мы докатимся до этого, но мы, видимо... Мы докатились до этого снова. Мы бомжи-буржуи. У нас нет денег в реальной жизни, но у нас теперь есть СК. Я вас поздравляю. Да! И мы сегодня будем покупать рандомных лошадей. Значит, у нас есть... Кать, блин. У нас есть три категории. Это тяжики, спортивные и лошади из приложения. Потому что они выделены в отдельную категорию. Значит, у нас три категории, потому что пони и старые модельки требовали убрать.
Да, Катя? Да, Даша. Все, ну что, начинаем генерайшн? Даш, ты первая. А в смысле я первая? Ты первая стоишь. Кто первый, кто хочет? Кто хочет рискнуть? Лёша вызвался рискнуть. Лёша вызвался рискнуть. Итак, что? Я. Я. Так, ну что, рискнём? А мы в это время, кстати, давай будем кататься за Лёшей и наблюдать, что будет происходить. Да, я хочу его слышать. Мы его услышим. Я тебе обещаю. Итак, генерируем. Чего? В смысле? А, стоп. Сейчас. От 1 до 3. С одного нажатия или какое-то число надо нажимать раз? Ну, от 1 до 3. У Лёши выпала категория 1. Это тяжики. О, это прикольно. Так, тяжиков у нас это Клэдис Дали, Тинкер, Северошведский, Фьорд, Кучеряшек мы убрали и Лохматики. Мы кучеряшки, не тяжики. Кать, в прошлый раз мы их записали в категорию тяжиков. Да? Охренеть. Ну, а-ля таких мускулистых, таких плотных лошадок. Мы точно никого не забыли? Мне кажется, мы кого-то забыли. Мы не забыли Зюни? Кого? Как Зюни, не забыли? Северо-швед записан. Окей, хорошо, у нас будет 1, 2, 3, 4, 5. Ты готов? Окей, генерируем. У Лёши выпал 1, 2, 3. Фьорд. Фьорд? А почему фьорд в тяжиках? Потому что он мускулистая лошадь. Это образно тяжики, Кать. Ну они же не спортивные. Хорошо, я надеюсь, что там будет акулий ласточка. Блин, если Лёше выпадет акулий ласточка, я не знаю, ты, наверное, будешь беситься и орать. Я буду орать в голос. Так, теперь, а что мне надо? А мне теперь надо идти в SSO Database и смотреть, сколько мастей у фьордов всего. Блин. У фьорда очень много мастей. Фьорд хорсы. ПСК. 1, 2. Так, стоп, а какой? Ага, вот этот вот из приложеньки. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Но всего 7. Но в игре 6 мастей фьордов. Точно 6? Мы же должны быть честными. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 мастей. 1 из 6, значит, выбираем. В том порядке, в каком на сайте. Лёш, сколько раз мне нужно нажать, чтобы выпала твоя та самая лошадь? О боже, фьорд. А у тебя вообще есть фьорд? Слушай, а у Лёши, по-моему, фьорд только магический. У него нет обычного фьорда. У меня только магический. Так, окей, Лёш, сколько нажать надо, чтобы выпала та самая лошадь? Мне прям интересно, как я на это подписалась. Помогите. Ну ты один раз нажимаешь, 5? Просто цифры делаешь. Нет, Лёша хочет, чтобы я нажала 5 раз. Значит, 1 из 6 мастей. Я нажимаю 5 раз. 1, 2, 3, 4, 5. Итак, выпала цифра номер 2. Не поверишь, ему выпал обычный фьорд, который продается в Форт Пинто, то бишь как у меня. О, блин. Спасибо, ребята, что посмотрели первую часть этого веселого видео. Ставьте лайки, пишите комментарии, как вам вообще весь этот мини-мини-мини веселый дурдом, который происходил. И да, кстати, чтобы вы понимали, Каролина, то бишь канал Приятный Ад, не знал вначале о том, что я снимаю, и узнала она об этом только в конце всего этого 40-минутного видео. Так что встретимся в следующей части этого видео.
А вы, ребята, не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока! Удачи вам и до встречи в продолжении этого видео.